Всем привет! Наконец-то после двухнедельного перерыва удалось выбраться на рыбалку. Сегодня в планах у нас была рыбалка на лесном озере с целью половить там щуку на воблеры минау и легкий джиг. Но, увы, потратив все утро впустую и увидев всего по две окуневые поклевки и изрядно померзнув на первом осеннем морозе, решили переехать на Клязьму и поискать там джиговую щуку и судака. По приезду оказалось, что все рабочие точки на этом участке заняты другими спиннингистами. Встали на свободные места и начали пробивать донный рельеф джигом. Судя по результатам наших соседей, клёва не наблюдалось. Но мы решили не сдаваться, и это в итоге принесло свои плоды. А о том, как прошла эта рыбалка, смотрите далее в этом ролике. Thank you.
Жа будет. Только с коряшки скинул, сразу же она тут. Ну такой ничёшный. Ну так едовский реперочек. Не, жаба. Вот на реперочек. Зацепился за корягу. С нее скинул. И сразу же, пом. Сразу удар. Не понял. Поклевка, что ли? Да. Опять стянул вот за хвост. Какая-то мелюзга под берегом. Их, есть, 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 не сошел. Есть. Вот это что-то уже хорошее. Кто там? Если это не лещ, конечно, забагренный. Ну что-то такое. Лёх, давай, нам помощь нужна, наверное, будет. А, нет, я жабу забагрил за эту, за балду. Не крупная, просто забагренная. Не-не-не. Она промахнулась просто, я ее за башку поймал. О. Ну, вторая уже на этот рипер. Вот. Под этот, под релакс. Закос. Ух ты! Мимо денег. Еще поклевка была, Лех. Ага. И все на этот рипер. Там уже вот пониже. Ну сегодня, знаешь, поклевки такие, не скажешь, что прям резкие. Больше как касание. О, резануло. Приманку резанула. Жаба опять. Попробуй в то же место. Примерно.
А? Принтер? Ну вот. Принтер. Риппер. Вон третья поклевка, видишь, резанула как. После первой не было. Могу дать, еще две осталось. На, он как раз, по-моему, тут уже двойником раздроченный. А нет, это плохой. Сейчас тебе другой дам. И на поролонку вот тоже на зеленую была поклевка. Да, вот этот вроде целенький. О, офсетника маленько там побитый. Вон жаба сейчас вылетала прямо у берега, мелкая. Грамм на 300. Может, она тут и дергает? Солнышко выходит. Ух ты! Нифига себе! На первом же подбросе удар. На ларву, да. Ничего себе. Ну такой слабенький. Может, подлещик какой-нибудь задел. Или прижал. Щучка, походу, тоже. Вон след оставил. О. Или щучка, или судачок небольшой. Головка новая, только из упаковки. Только с магазина, поэтому это свежая поклевочка. Прям на выбросе вот там. Там же свал песчаный такой с косы. С пляжа вот с этого. Там бывает, судачок трется. Ты. Вот это поклевка. Аж с откидом. Нифига себе. Этот момент по-любому нужно будет приблизить. А то не все верят, что это поклевки. Некоторым кажется, что я по корягам стучу. Ну, как бы коряги не оставляют следов на грузах, во-первых. А во-вторых, не настолько я профан, чтобы не отличить. По этому месту я уже 1000 раз провел приманку. И не было никаких коряг. Но следов на грузе нет. На приманке тоже никаких царапин. Может быть, конечно, это и лещ. Бывает тоже телом стучит. Но что-то было такое интересное.
Эх ты! Нифига себе потянул. Да, еще 3 поклевки было. Сейчас прям подтяжка такая была. Но это, походу, лещ подошел. Потому что я думаю, если был бы хищник, я бы уже его подсек. Следов не оставляет ничего. Следов на грузе не оставляет ничего. Приманку не стягивает. А поклевки такие, и прямо на отмашку была поклевка, и сейчас подтяга была. Походу, подлещик подошел. Косяк, наверное, проходит. Не хотелось бы, конечно, его багрить. Но это же типичная для этой точки вообще вещь-то. Типичная для этой точки вещь, когда подлещик проходит постоянно эти задевы, прижимы, подтяжки. Поймал? Коряга. Я же в том году тут так вот ловил, тоже с двойником. Подлещики попадались. За бочину. Причем клевали-то прям с ударом. Ушел мой уловистый рипер. О, Леха там что-то тащит, что ли? Какие-то звуки. О, что-то вытащил, походу. Или нет? Да, он либо гриб достал, кого-то тащит. Кого взял? Лёх! Кого поймал? Щучку? Судачка? Жабень? Жабен? Жабен, говорю. Жабен. А мужики там стояли, столько времени хлестали. И нифига, Леха только пришел на их место. И вот уже в течение 5 минут первую снял. А мужики там по очереди прохлестывали все утро. А где Леха-то? Ты где? Ты где там? На что поймал-то? На гамблер? Ну, это неудивительно. Поводки тоже кончаются. Надо новые доставать. Ну, поставим вот такой коротенький. Срежет, так срежет. Будем надеяться, что не срежет. Подкилошник тоже такая, да? Но мы выбираем трудный путь. Опасный, как военная тропа. А, ну это известное местечко-то. Известное местечко здесь. Crazy Fish. Блин, тут кидать вообще некомфортно. Ветряк какой поднимается. Эх, блин, ты видел это? Просто нападение, и сейчас был сход. Да. Блин. Даже не успел до дна упасть. Ветер выдал дугу, я даже не выбрал ее. Такая поклевка, бум, я подсек, по губам дал, и все. Даже не подержал, просто по губам. И вот следы на грузе. Вот он бахнул. Щуренок, наверное.
прям на выбросе. Попробуем. Может, особо не накололся. Ветер, бродяга. Подляга. Есть. Есть, есть. А! Исход. Судак был. Вот это был судак. Башкой тряс вообще неистово. Второй. Да, второй. Нет, этот. Скалп. Скралп. Не помню, как точно там минул какой-то. Блин, еще эта ветка здесь. Ну такой где-то, может, полкилошный, на судачок. Башкой тряс вообще прям неистово. Два заброса, две поклевки. Был бы даблкил, да, если бы поймал обоих. Вряд ли это один и тот же был. А у тебя там что? Коряга? Я вот тоже сейчас думал корягу, он без поклевки сел, он подвис. И начал башкой тут же трясти. Вот тут где-то. На выбросе. Дождик, да. Есть. Вот ты хотя бы не сойди. Вот этот уже с ударчиком, с четким. Это судак, походу. Как щука не водит в стороны. Три заброса. А, не, щука. Или судак. Судак. Не, щука. Три заброса, три поклевки. О, отцепилось. Ну ладно, мне все равно больше сегодня не надо. Я две взял. Не, три заброса, три поклевки, блин. А мужики тут стояли все утро, просто дохлестывали. Клюет на выбросе он там. Да вряд ли это одна и та же три раза подряд клевала. Ну первая-то ладно, она не засеклась. Но вторую-то я подержал, и там явно не щука была. Там башкой, знаешь, как трясло. Хотя и вот это вела себя как судак, не водила. А давила вниз. Да блин, а? Смотри, опять в эту корягу я вписался. И снова оторвал. Ну ладно, сейчас пока перевязываюсь. Может там немножко успокоится. И кто-нибудь еще дернет. Блин, справа тут вообще не кинешь, походу. Сверху тоже. Так. Тоже. Да, вот как здесь вообще с длинной удочкой ловить? С короткой-то нифига не кинешь. Вот так сток. Сам я ару зацепил. Сейчас попрет. Это рыба была, блин, по ходу дела. Я, походу, кого-то багранул. Но это не хищник. Что-то уперлось так и в сторону бум повело. А вот... И еще раз. Это не коряга.
Это то ли леска чья-то оторванная, то ли это рыба какая-то. Эх ты, сошла щучка. Схватила. Маленькая. На выматывание. С первого же заброса. Вот тут сошла, да. На выматывание схватила, когда я уже подымал. Джиг. Быстренько все пробьем и домой. Иначе я просто покой потеряю и не усну, если не узнаю, скатилась в эту яму щучка или нет. Но судя по тропам, здесь после нас уже мамай прошелся. Нету. Ну ладно. Может, в другой раз попадется, когда времени будет побольше на облов. Ну а сейчас все, домой. Наше время на рыбалку истекло. Конечно, можно было бы еще остаться, еще половить там на Клязьме. И, скорее всего, еще бы поймали. Потому что уезжали, поклевки продолжались, когда начали уходить. Но, увы, не так много у нас времени. Да и на самом деле уже нормально половили, отдохнули. Поклевки получили, и хорошо. Ну все, всем пока. Удачи, больших трофеев. И не хвоста, ни чешуи. А мы поедем домой. Лечиться.